Мяч ушел за пределы поля. Итак, Ювентус. Удар вперед по левому флангу. Зидан принимает мяч. За пределами поля. Генарди навешивает. Прыгает Зидан. Зидан идет вперед. Его подталкивает, но он устоял на ногах. Потом... Зидан выкарабкался с мячом, пробросил его себе на ход, но Блан подстраховал Панучи, отбил мяч за боковую. По мнению Тамболини, мяч у Зидана. Бился, но более того, сам просто упал сознательно. Ну, несмотря на разную расстановку игроков по схеме, там никого близко к мячу не было из игроков Интера. Дель Пьеро. Индзаги на правом фланге. Передача Дель Пьеро, но Далиан перехватили мяч по центру хозяева поля. Тут же передал Морано. Неплохо атаковал Интер. Зидан. Диагональный пас на Писотто. Сюда столько доставляют защитникам Интера, что даже мне искренне жаль, голова кругом у них идет. 1-0 впереди. Где-то надо это все делать ближе к штрафной площади. Однако Зидан мяч уходит за пределы поля. И что же дальше? Дзанетти, Зидан. Это эпизод. Зидан. Дзанетти не отвечает, в принципе, персонально за Зидана. Ему бы там центрального нападающего против Монтеро, центрального защитника. Финтит Инзаги, Зидан, простите. И делает диагональную передачу на Инзаги. Если левый фланг пасует Писотто, Писотто играет с Зиданом. Зидан на 11. Ювентус больше владеет мячом. Пока что вот Юлиано пасует Инзаги, тот партнером, пас вперед. Зидан уже на месте правого крайнего, рядом Диаджо, тут же Югович. И видели мяч в игре. Ух, хорошая прострельная передача, как уверенно сыграл Перуцци, красавец. Это Зидан бил вдоль ворот. Ювентус давится, дает Зидану, Зидану. Четвертый Монтеро, 13-й Юлиано. В линии Хавбеков, 8-й Конте, 20-й Такинарди, 26-й Давис, 7-й в середине поля получил преимущество именно Ювентус. За счет очень активной игры. Это счет поперек поля и передача Зидану. Борьба за мяч пока в центре. Снова Зидан. Уй, Давис. Рядом Зидан. Зидан хорошо укрыл корпусом мяч от Дзанетти. Под сечкой такой. И Марчелло Липпи готовит еще одну замену. Пока с мячом не доставил, без проблем мячом овладел. А Зидан достает мяч у самой боковой линии. Прекрасный полотерский номер. Исполняет вперед. Опять в направлении Инзаги. Перехватывает мяч Зидан. Пасует снова Инзаги. Тут в одно касание классно сыграл Зиданом. Зидан закопался, потерял мяч. Блан. И сейчас посмотрим, что меняется. Дзанетти теряет мяч неожиданно. У него отобрал Инзаги. Мяч попал к Зидану. Зидан переводит направо. Все-таки, как игрок зависит, он не часто мяч получает. А вытер Роберто Баджо. Зидан с мячом. Оборону Интера. Зидан. Зидан. Пас назад. Писотто дает Зидану. Зидан. Демонстрация прекрасная. Техники. Писотто. Опять Зидан. Вы смотрите, какую там толпу собрали. Всего два. Вот что значит техника. Такинарди. Пас вперед Ковачевичу. Ковачевич снова Зидану.
или по центру атаки своей команды, но там трое находились, и мимо них послать мяч было, но это уже немножечко наивно. Судавец отдает его Рампуля, Рампуля посылает в борьбу туда. Нет, в принципе, борьбы даже не было. Инзаги покинул поле, и вот